Дубов, скажи честно, ты кто такой, а? Ты типа мега-гений или бывший спецагент? Какой-то, не знаю, шахматист. Я работал ведущим экспертом-криминалистом Москвы 15 лет. Нашел что-то. Нашел. У нас, походу, проблемы. Нам нужны твои показания. Я сделаю, как ты хочешь. В обмен на программу защиты свидетелей. Денис Дубов. Неплохое имя. Почему к нам приехали? Спокойно у вас тут очень. И люди хорошие. Привет. Но ты мне очень не нравишься. А вы мне напротив. Я практически влюбился. Там человек умер! Вы заметили что-нибудь подозрительное? Если честно, ничего. Не знаю. Ничего не знаю. Капитан Нечаева, отвезите меня на место преступления. Я подробно расскажу, как это было. Никто не узнает, что ты эксперт из Москвы, а ты будешь помогать нам в тех случаях, где мы заходим в тупик. То есть всегда. Люди слышали выстрел в соседнем доме, вызвали полицию. Приехал наряд, но им никто не открыл. Тоже вариант. Ты уже фигуришь в двух наших делах. Оказывается, ты хороший полицейский, а дебил — это просто прикрытие. Чего? Быстро на обочину! Полиция! Спина, да? Ага. Просто надо нажать на больное место. Коля, не надо. Вдохни. Может, еще по коктейлю? Я угощаю. Потом спустимся вниз, я поставлю романтическую музыку. Ты идиот. Подождите, я же вроде как спецагент.